вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І наразі тема нашої прес-конференції наступна. Податок на нерухомість в Україні. Кому і скільки треба платити у цьому році? Сьогодні в наших гостях ріелторка, експертка з інвестування в нові будови Каріна Вахолдіна. Пані Карина, я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з того, що так загальної інформації хочеться почути від вас. Як же збільшилася ставка податку на нерухомість з цього року? Смотрите, какая ситуация происходит. Рынок очень сильно напуган, и та информация, которая поступает изначально в массы, она очень размыта. И про закон, которого, да, 56.00, о нем говорили очень длительный период, очень долго. Но на самом деле не так страшен черт называется, как его рисуют. Что происходит? Людей напугали и сказали одну цифру, 18%, все, дальше никто ничего не понял, просто все запомнили, что будет страшно, будет 18%, будет большое налогообложение. На самом деле оно есть, да, действительно, закон принят, он вступил в силу, он действителен, это правда, но это не так страшно обычным жителям, это больше страшно инвесторам. Угу. Якщо порівняти, який податок був, який тепер став? Смотрите, для примера, как было изначально. У меня есть две квартиры свои, в которых я в собственности нахожусь больше там 10 лет. Я собственница, то есть у меня есть, допустим, квартира там на проспекте Поля и у меня есть на Слобожанском проспекте. Вот две квартиры, я собственница, длительный период. Я хочу их продать в одном календарном году. Что получается? Первую недвижимость я продаю, у меня возникает 1% госпошлины пенсионный фонд. Все, у меня 2% налога, все, и тут закрыта сделка. Один платит покупатель, один платит продавец. Это в риэлторской сфере называется оформление пополам. Есть второй момент, когда проходит вторая сделка в календарном году. То есть вот с 1 января по 31 декабря проходит вторая сделка, и тогда у меня налоги, вот эти 2%, которые были госпошлина, пенсионный фонд, опять-таки один, который платится от имени покупателя, и у меня добавляется еще 5% НДФЛ и добавляется 1,5% военный сбор. Все эти налоги оплачиваются в один момент при нотариальной сделке. Вот если мы говорим о сделках купли-продаж. Что сейчас поменялось? Механика осталась та же, но при третьей сделке в календарный год вот здесь вместо 5% будет 18%. Вот по факту что сложилось? То есть добавился с третьей и дальше сделки. Но не продает обычный человек за год такой объем квартир для того, чтобы этот налог прям, грубо говоря, так бил по карману, ну что называется в выражениях. Ну нет такого. Это да, для инвесторов да, для обычного человека нет. Тут, власне, чому це так критично для інвесторів? І наскільки великі гроші вони можуть тепер віддавати податок? Смотрите. Перестал действовать, слава тебе, Господи, перестал действовать вот этот момент про заниженную оценку. Раньше было, увы, можно говорить, что этого не было, но это было. Была оценка 150-200 тысяч гривен, то, что оценили, с этого и платятся налоги. Но на сегодняшний день оценка фактически реальна, и если она нереальна, то люди сами добавляют стоимость. 80% продавцов на сегодняшний день хотят продавать за реальную сумму. Это связано с тем, что им в последующем нужно будет легализировать свои деньги. То есть получается как? Квартира стоит 100 тысяч, оценили ее 80, люди пишут 100 тысяч и от цены 100 тысяч. В договоре существует, в договоре купли-продажи существуют две цены. Существует оценочная стоимость и стоимость продажи. Они могут либо быть одинаковые, либо отличаться, которая больше от нее оплачивается налогообложение. Если вот этим... Вот эта сумма больше, она, договор купли-продажи, он подлежит декларированию. То есть по факту он является в банках, вот правильно бы сказать, он является в банках подтверждение происхождения денег. И люди хотят получать белые деньги. Они готовы платить больше налогов, но при этом они хотят получать белые деньги. Еще какой момент? Для инвесторов на самом деле... Очень много уже обсуждали этот момент, но тут какая ситуация? Ну, мы привыкли находить способы. Мы привыкли что-то придумывать. По-честному, все настолько банально просто, что называется, что ж неудобно, потому что не надо оформлять на себя 50 квартир. Все. Вся сложная ситуация.
Когда украинцам треба платить эти податки? В момент нотариального оформления. И только, смотрите, на сегодняшний день инвесторы разделились. И часть инвесторов, очень большая, львиная доля, наверное, процентов 80, они вкладывают деньги в новострой, на этапе строительства. До момента сдачи дома в эксплуатацию, присвоения дому адреса нет нотариального вот здесь оформления. Почти никогда же, если был предварительный нотариальный договор, вот здесь до момента регистрации, до момента получения адреса налоги не оплачиваются. Ему не с чего возникнуть. Почему? Потому что квартиры нет. Есть имущественное право на квартиру, но квартиры нет в этот момент. То есть не на что платить этот налог. И инвесторы, которые идут в строительство, да, они больше рискуют, безусловно, однозначно, но при этом у них есть своя точка, они не платят налоги. Почему очень многие, как только вот-вот дом сдастся в эксплуатацию, очень многие стараются быстро перепродать свои объекты. Это нормально, это стандартная практика для того, чтобы не попадать, знаете, что называется, на эти налоги. Есть такое понятие. А как только они оформят, как только дом сдан в эксплуатацию, все, получили нотариальную регистрацию, вот при выходе из кабинета нотариуса, вот ровно с этого момента у них этот налог. Если, опять-таки, если это энная продажа в году, либо это документы менее 3 лет. То есть налог возникает, вот смотрите, подоход НДФЛ возникает в 2 случаях. Если документу нет 3 лет, либо это вторая и последующая продажа недвижимости в году. То есть в данном случае у человека не будет документу 3 года. Это страшно инвесторам, но с другой стороны, всегда есть моменты и родственники, с которыми можно обходить эту ситуацию. Это не уходить от уплаты налогов, это просто заранее побеспокоиться о том, чтобы не было завышенной налоговой ставки. Все. Тобто оформлювати на родичів? Конечно. Найоптимальніший варіант. Да, только на тех, кому довіряєш. А якщо відокремити первичку, так, первинний та вторинний, так, та ринок нерухомості, чи є величезна різниця, так, кому гірше? А, давайте так, тяжелее тем, у кого товар дороже, изначально, как получается, то есть там, где налоги больше. В любом случае, тут не вопрос, это у тебя первичка, либо это у тебя вторичка, да, что называется это в рынке такие понятия. Если это вторая, это вот зависит от того, если документ зарегистрирован, то только от этого возникает налог. То есть у вас может быть, допустим, одна квартира на проспекте Яворницкого, одна хрущевка на Петра Калнышевского, и вы хотите продать 2 в год. Тут надо просто идти по уму от другого. Вначале нужно продавать более дорогой товар. И, грубо говоря, и оба там, если больше 3 лет собственности. Вначале продаем дорогой товар, а с вот этой сделки уже оплачиваем НДФЛ, но он будет тут 5%. Если у вас, допустим, 3 товара, и они больше 3 лет собственности, и есть товар, который условно стоит 50 тысяч, условно 80 и условно 100, то продаем вначале, который стоит 100 тысяч, потом который 80, здесь будет 5% НДФЛ, и потом, который стоит самый дешевле всего. То есть тогда у вас будет просто минимальная сумма. Опять-таки, мы не говорим об уходе от налогов, мы говорим о том, чтобы просто продумать ставку налогообложения. Либо, следующий вариант, продавать какую-то из недвижимости в следующем году, не в календарном. Скажіть, будь ласка, щодо цього, так, закону 56.2.0, яких видів нерухомості він стосується? Любих. Это относится как к дачным участкам, к садовым участкам, к земельным участкам. Это относится ко всем участкам, которые ко всему, что находится в собственности людей. То есть все, что приватизировано, все, что зарегистрировано у нотариуса. То есть на все, что есть нотариальный вытяг, обоего надо отрымывать. То есть есть квартиры, которые не все, допустим, не вся недвижимость, она зарегистрирована у нотариуса. Это имеет место быть на рынке, это нормально. Если люди там в 90-х годах пришли какую-то сделку, и у них может не быть нотариального вытяга. Это нормально. Через нотариуса делается запрос, и получается подтверждение БТИ, но она уже сюда входит. То есть, грубо говоря, если квартира куплена, там, 3 квартиры куплены в 90-х годах, они точно так же сюда имеют отношение, все на равных. Это не имеет отношения только к одному товару, который еще новостроен, не сданы в эксплуатацию. Все. Чи є, на вашу думку, ще якісь прогалини в цьому законі? Специально даже оставила себе пометку. На самом деле, какая ситуация? Мы как-то привыкли, что на любой закон мы можем что-то всегда придумать. И в законе есть вот такая уникальная формулировка. Там есть таблица
с названиями объекта недвижимости, есть такая формулировка, когда вот добавляется вместо 5-18% НДФЛ, получается, есть просто, знаете, серия, как в кредитных договорах банка, просто внизу, чтобы было. Дохід може бути зменшений на суму документально підтверджених витрат. Это есть в статье закона. Как это будет трактовать нотариусы, потому что они являются налоговыми агентами в этой сделке? Как это будет происходить дальше, это второй вопрос. Но в любом случае наши законы очень часто один противоречит другому. И у каждого права выбора, на какой закон и как реагировать в данном случае. Просто надо понимать одно, что надо это делать не в нервах и бегом, надо это делать все постепенно. И надо понимать одну штуку, что на самом деле ни риэлторов, ни адвокатов, ни юристов в этом случае слушать надо вот в последнюю очередь. Почему? Потому что этот договор подписывает нотариус, и нотариус выступает налоговым агентом. То есть нужно четко понимать, что в первую очередь нужно пойти к нотариусу и показать документы, и сказать, вот мои документы, сколько у меня будет налогов. И в открытую сказать, у меня там это первая, вторая или третья продажа. Почему-то, к сожалению, бывают моменты, когда люди не говорят о том, что у меня вторая или третья продажа, но это все равно по итогу видно. Поэтому лучше сказать это в открытую, вы подписываете заявление о том, что вы не укрываетесь от налога. Поэтому лучше делать все правильно и честно. Касаемо момента с вот этими вот уходами, неуходами от оформления, есть момент, когда, допустим, вот у меня три квартиры, предположим, туда на Петра Калнышевского, я хочу продать, мне срочно надо, я куда-то уезжаю, мне их надо продать в этом году, я могу спокойно одну подарить маме, если вдруг вот я продаю третью, я одну дарю маме, это первая линия родства. Моя мама перепродает эту квартиру, да, уже с НДФЛ, но это 5%, а не 18%, как у меня было бы на третьей сделке. Угу. До речі, щодо нотаріусу, ви радите державного чи приватного? Только приватных. Чому? Исключительно приватных. К сожалению, я очень много лет работаю, сложилась какая ситуация, что нотариусы государственные, они очень часто, они не то что не борются за клиентов, они не создают условия для нормальной сделки. Люди стоят в коридорах, люди записываются. Раньше я четко помню историю, как мы с семьей, еще там самые первые года моей работы в недвижимости, в нотариальной конторе, которая находится на Слобожанском проспекте за исполкомом, мы вступали в наследство, я лично приезжала в 3:40 утра записываться в очередь. Сказать, что этого нет, и ввели сейчас электронные очереди, да, но бардак на рынке, он все равно, к сожалению, есть, и автоматы это не упорядочили. И почему я... Нотариальная сделка, это должно быть, все переживают. И очень многих людей это одна, две, три сделки вообще за всю жизнь. Я сейчас не говорю про инвесторов, я говорю про обычного человека. Бабушка, которая продает трехкомнатную квартиру, потому что ей тяжело, и она переезжает в однушку. И, грубо говоря, разницу там доплачивает, на нее живет, либо помогает внукам, что зачастую бывает. Это обычные люди, и не инвесторы. И складывается какая ситуация? Им надо приехать, отстоять эту очередь, потом сделка проходит в кабинете, где сидит в среднем 5-10 человек, все смотрят на эту бабушку, она и так переживает. Это вообще не комфорт сделки. Документ покупатель получает абсолютно одинаковый, что он выходит с государственного нотариуса, что с частного. Но частным нотариусам на рынке приходится бороться за клиента. Им приходится создавать условия, им приходится создавать хорошие кабинеты, им надо придумать, как им там иногда должен быть пандус, может, люди к нему пожилые там приехали, да. То есть у каждого нотариуса должны быть, сейчас нотариусы борются за клиентов. И у них тоже очереди, точно так же, нотариус это востребованная профессия, но на самом деле грамотных нотариусов даже на территории Днепра очень мало, есть люди, которые давным-давно выучили законодательство и на этом остановились, а все правки к закону мы делаем вид, что этого не существует, что тоже неправда. В госнотариусы в 90% не знают последних правок законодательства, к ним идут, потому что привыкли и знают, что... Колись там сидів госнотаріус, ото у тій державній конторі, ото мені туди.
Ну, вот это то, что знают наши люди, особенно если это люди возраста наших родителей, дедушек, бабушек. Вот у них безвыходная ситуация. И они больше верят тому, что державно. Но есть один момент. Всем нотариусам лицензии выдаются не в каких-то частных конторах. Все нотариусы официально аккредитованы, которые... Давайте так. Большинство легальных нотариусов на сегодняшний день, они официально аккредитованы. И на самом деле, если вы хотите комфорт, если вы хотите сделку не 5-6 часов, то нужно идти к частному нотариусу. Да, однозначно выбирать, однозначно искать отзывы, но при этом все по уму, их очень много. Дякуємо вам. Повертаючись до закону, як цими змінами так можуть скористатися аферисти? Та чи можуть взагалі? То если смогут, я им поаплодирую. Я прям, честно, я прям сомневаюсь. Ну, те же сами черные нотариусы, например. Я могу сказать, как... Ну, давайте, если я прихожу, опять-таки, вот, да, у меня там есть определенное количество квартир, как я могу этим воспользоваться? Назвала себя аферисткой, но не буду. Смотрите, если я не говорю нотариусу о том, что это у меня была первая сделка, то, что у меня это там третья или пятая сделка, это единственное, ну вот на мое усмотрение, как можно воспользоваться. Опять-таки, наши могут все придумать. Вопрос, зачем? Для недоплаты где-то налогов, ну может быть, но я, честно говоря, думаю, что будет намного проще схема, и будут просыпаться все родственники, вспоминать о всей первой линии родства, все начнут чаще видеться с родителем, ну, по крайней мере, инвесторы, у них это будет более актуально. Но, честно, я не понимаю пока, как этим можно воспользоваться. И загалом ваша оцінка таких змін на ринку нерухомості в Україні? Да на самом деле, я лично за налоги. Я, пусть их больше, вопросов нет, опять-таки, потому что это не возникает у обычного человека на постоянной основе, это возникает у инвесторов, но это можно все продумать заранее, на берегу и не сталкиваться с этим. Но есть один момент, очень хочется, когда ты отдаешь, ты что-то получаешь взамен, и у нас получается как, мы налоги платим, но при этом никакой, вот знаете, что называется, плюшки, инвестор взамен не получает. Вот налогоплательщик, он оплачивая налоги, он ничего ж не получает взамен. Он оплатил и получил квитанцию. Все. Он не получает каких-то там, допустим, будущих там, ну, плюсовых регалий в плане, там, допустим, если он ФОП. Если, то есть, допустим, там у него не появляются возможности на каких-то льготных условиях кредитоваться, проходить там ипотечное кредитование, у него при следующих сделках нет того, что меньше налоговая ставка. У нас есть, просто наш менталитет воспринимает налоги как наказание. На самом деле это нормальная практика во всем мире, это нормально. Но у нас, к сожалению, происходит так, что я налоги должна платить, и я воспринимаю, что это плохо. Ну вот, я должна платить, я не понимаю, за что. За сделку, за количество сделок, ну окей. А что дальше? То есть я их оплачиваю, но я ничего не получаю взамен, кроме квитанции. Дякую вам за вашу класну експертну думку. Чи будуть питання? Питань немає. На жаль, ефірний час у нас скінчився. І дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Каріна Баголдіна, ріелторка, експертка з інвестування в новобудови. Говорили про податок на нерухомість в Україні. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу. Дякую.